Всем привет! С вами Ольга Чернова. Вот я подготовила все свои лунки, заправила перегноем, посыпала золы, добавила немножко удобрения, вынула свои сеянцы из стаканчиков. Сейчас мне осталось только все это перемешать, полить водой и посадить вот эти томатики мои. Это я сейчас высаживаю вот в этом месте. Опять же, низкорослые, не пасынкующиеся, детерминантный сорт «Алтайский сюрприз». У него плод, как у бычьего сердца, но уход очень упрощен. Пасынковать не надо, он сам вершкуется, детерминантный, очень хороший, вкусный сорт. Вот смотрите, видите, какая корневая система? Ясно, что с такой корневой системой растение сейчас попрет, оно будет расти, как на дрожжах. И видно, что оно низкорослое, потому что, видите, какие крепкие стволики, толстые. Оно не очень большого размера, но уже цветет. Так что оно как Настенька, я сейчас только их высажу, сразу начнутся появляться помидорки. Поэтому я тороплюсь, потому что они зацвели. Я не хотела, чтобы они зацвели, я хотела, чтобы они зацвели на своем постоянном месте. Но так как они у меня в стаканах, я корневую не повреждаю. И в стаканах удобно выращивать рассаду, потому что они пересадку почти не чувствуют, не болеют. Вот эти цветы не опадут, и на них будут помидоры. Если из лотка высаживать, обычно вот эти цветы теряются, потому что сейчас жарко. При пересадке растение болеет, цветок засыхает и отваливается. Все, это вот окончание видеоролика. Первая часть была, когда я только готовилась. Сейчас я показала вам окончание. Сейчас я их всех копаю, полью и сразу поставлю колышки, пока земля влажная, сверху замульчирую лунки перегноем. И в следующий раз я приду сюда только пропалывать. Все, больше никакого ухода они не требуют. Я буду поливать и полоть траву. Их не надо общипывать, их не надо ничего обламывать. Они когда уже обвешиваются все томатами, я приду сюда и покажу вам их. Все, желаю всем хороших урожаев.